всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Марина Африкантова с мамой все еще в Дубае. Они переехали на новую квартиру и очень хотели бы задержаться в Арабских Эмиратах до 5 апреля. Восторгом Татьяны Владимировны нет предела. Она пишет: «Живут же люди. Кому плохо в России, все сюда, здесь супер». Также Африкантова-старшая рассказала про свое самочувствие после процедуры омоложения. Эти процедуры проводил ей муж Татьяны Киоси. Она написала: «Сначала лицо было как маска, я думала, зачем мне это, сейчас отходит, и я почувствовала результат. Теперь пути назад нет, только на омоложение». Андрей Чуев сообщил своим поклонникам, что скоро возвращается на поляну. Но женщины его больше не интересуют, только бизнес. Он написал: «В одно место этих женщин – время бизнеса, детка». Честно скажу, из двух прекрасных девушек Татьяны и Марины больше всего скучаю по дочке Лизе. Семен Фролов и Вика Романец улетели на Сейшельские острова. Вика пишет: «День чуда, Сейшелы чудо». А на Сейшелах Ольга Рапунцель продолжает хотеть замуж, а Дима Дмитренко по-прежнему не торопится. Оля дала ему 2 недели времени на раздумье и ожидает от него предложения руки и сердца. Причем обручальное кольцо должно быть не дешевле 200 тысяч рублей. Только в этом случае она поверит, что Дима ее любит. Время пришло, Рапунцель уже скоро 29 лет, и она хочет определенности. Алекс Гулиев наконец-то вернулся на поляну после операции. Он был очень рад увидеть всех ребят. Алекс написал, что он скучал по всем. Жалко только, что Руслана за все эти дни так к нему ни разу и не приехала. И по приезду Алекс не стал мириться со своей бывшей девушкой Русланой Мишиной, а все свое внимание направил на Алену Юдину, которая теперь тоже числится в одиночках. Эти новости очень обрадовали Коляна Должанского. Он до сих пор страдает помешанной, хотя у него за периметром появилась страстная поклонница Катя Богданова. Теперь Коля обхаживает Русю, старается сделать ей приятное, каждый день удивляет и балует. Он надеется, что они будут вместе. Сама Руслана не знает, чего она хочет, она взяла несколько выходных и проводит время в компании Саши Гозиас. В паре Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко все так же разлад и недопонимание. Игорь хочет лететь на Сейшелы один и подумать о свадьбе, нужна ли она ему или нет. Элла пишет: «Сегодня Игорь хотел улететь на остров один, потом одна особа тут же захотела лететь с ним. Мой мужчина большой молодец, что принял решение отказаться от поездки и поставил еще раз навязчивую мадам на место. Но я все-таки хочу, чтобы он поехал на остров, тем более туда летит Глеб. Я думаю, они найдут чем заняться». А теперь о бывшей участнице проекта Ирине Агибаловой. Она решилась на откровенность и опубликовала свои фотографии без макияжа. Этот снимок Ирина Александровна так подписала: «Мое утро сегодня, без фильтров, без укладки, натюрель. Вот такие мы без глянца». Также она поделилась снимком во время приступа мигрени. Опять же без макияжа и с перевязанной головой. По ее мнению, теперь она до конца честна со своими фанатами. Но фанаты считают, что даже в таком виде она прекрасна своей естественной красотой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!